Приветствую вас на канале «Час ремонта». Сегодня мы рассмотрим ударную дрель Metabo SBE650. Буду рад, если вы поставите лайк, а если еще и останетесь и подпишетесь на наш канал, буду очень благодарен. Актуальные цены на этот перфоратор вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Простая ударная дрель средней мощности от одного из ведущих производителей высококачественного ручного электроинструмента немецкой компании Metabo. Позиционируется как один из самых доступных продуктов среднего класса, предназначенный для активного бытового или периодического низкоинтенсивного профессионального использования. Имеет сравнительно компактную и в высшей степени эргономичную конструкцию. Благодаря небольшому весу и удобной резиновой накладке на пистолетной рукояти максимально комфортно в работе. Оборудована дополнительной рукоятью с ограничителем глубины сверления. Общим для всех комплектаций является наличие дополнительной рукоятки и ограничителя глубины сверления. Дрель в комплектации 600067000 поставляется с ключевым патроном в картонной упаковке. 600067500 – дрель с ключевым патроном, но уже в пластиковом кейсе. 600067 1850 – на дрели будет быстрозажимной патрон в картонной упаковке. В 600067 1510 быстрозажимной патрон в кейсе и в 600067 1870 на дрели быстрозажимной патрон в кейсе с набором принадлежностей Mobile Workshop, 79 предметов. Ударная дрель оборудована мощным коллекторным электродвигателем и долговечным редуктором со стальными шестернями. Способна обеспечить приличный крутящий момент до 9 ньютон-метров. Сравнительно высокая максимальная частота вращения надежного ключевого патрона до 2800 оборотов в минуту может быть ограничена электронной системой Vario-V и зафиксирована специальным регулировочным колесом. Дрель без проблем сверлит конструкционную сталь до 10 мм, цветные металлы и их сплавы, полимеры и полимер-композиты, а также дерево до 30 мм. В ударном режиме может делать отверстия в бетоне до 16 мм, камни и других твердых минеральных материалах. С помощью специального колесика на курке выключателя можно регулировать число оборотов. Предусмотрена функция реверса, которая помогает извлечь сверло при заклинивании. Под патроном имеется шпиндель с битодержателем, шестигранник 6,35 мм для соответствующей оснастки. Преимущество. Дополнительная рукоятка для комфортной работы. Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником 1,4 дюйма 6,35 мм. Резьба сверлильного шпинделя 1,2 дюйма 20 UNF. Диаметр шейки зажима 43 мм. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам, на что жалуются обладатели этого инструмента. Очень ненадежная. Люфт оси патрона с завода. Регулировка оборотов не с нуля. Слишком мягкий ключ для патрона. Резиновый фиксатор ключа рвется. Шнур дубовый в прохладную погоду. Буду объективным и сейчас расскажу еще и о положительном мнении пользователей этой модели. Удобно держать. Мягкий ход. Качественный патрон. Крепкий пластик. Прочная резиновая накладка, мягкая и качественная кнопка пуска, недорогая, регулировка оборотов плавная, не очень шумная. Возможно, вы станете владельцем этой модели ударной дрели. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока.